Итак, у нас вермисептик загружены мной мешки, как это я вам уже показывал с помощью вот жести там у меня. Я сюда на картон ложил. Видим время 25 ноября 2011 года. И вы сейчас для огонька, так скажем, понаблюдаете за тем, как я осуществляю. Сейчас будет немножко шумно, потому что микрофон не могу, нет смысла цеплять. Вы посмотрите, как я элементарно просто залазю в вермисептик вот таким способом, как рак, пятясь. Очень просто. И мы с вами уже, можно сказать, внутри вермисептика. И задача моя — выгрузить эти мешки. Что я буду делать, а вы просто понаблюдаете. Конечно, нужно оставить телефон здесь, одеть перчатки. Вот один шот вот таким образом с потолка сбить, чтоб мне его спиной не вытирать. И я точно таким же образом ползу назад, чтобы все-таки взять то, что мне нужно. А нужно мне взять термометр. Как видим, он показывает, сколько тут, 3 градуса, почти как на улице. Дальше нашу клеевую ловушку здесь тоже, чтобы к самому к нему не приклеиться. Ну и соответственно залезть дальше туда, чтобы вам было наглядно видно, какая здесь высота и как я этим делом управляюсь. Ну и еще, конечно, нужно поставить нам свет. Убираем крысоловку нашу подальше. Еще не сомневаюсь, что они здесь будут когда-либо. Сборно здесь не помогал. Ну, приходится вот так, с небольшими неудобствами. Все это я делаю только, чтобы показать вам всех моментов. Делать нефиг, потому что я все прекрасно знаю, как что работает, как что функционирует. И просто сейчас снаружи бы взял, все граблями подвинул, и все. А так, чтобы все-таки вам показать, я сюда вот убираю таким образом ящики, чтобы пролезть туда подальше, только чтобы показать все вам. Это не есть эксплуатация вермисептика, это есть элементарная показуха, как я называю ее, или обучение вот на месте. И тут я ящики эти уже намочил водой. Они, естественно, распадаются. Я бы их никогда не трогал, если бы, опять-таки же, не необходимость вам что-либо показать. Ну вот, я поднял один из ящиков мокрый. И сейчас вам покажу картину работающих червячишек под ящиками. Так, берем камеру и тащим сюда. Видим? Вот
Таким образом идет процесс. Сейчас я одену одну пищетку и покажу вам под остальными ящиками все этот процесс. Очень, конечно, здесь неудобно лазить, но, как говорится, искусство требует жертв. И вот я поднимаю второй ящик. Выдвигаю его. Вот таким образом мы с вами видим рабочую картину здесь. Уже почти готовый вермикомпост. И, соответственно, вот сюда я сейчас уже имею право вывалить пару мешков листьев, дабы все вот это более-менее, видим, здесь червячишек почти нет, чтобы выровнять все это просто-напросто. Чем я сейчас и займусь, но это уже не очень интересный процесс визуальный. Я выключаю камеру кряхтя. Видим самого меня в лежащем положении. Чего не сделаешь ради уважаемого зрителя. Здоровья вам и благополучия.